Всем привет! Надеюсь, меня нормально слышно. Я делаю микрофончик, а то здесь музыка играет. Вот. И не всегда меня в спортзале хорошо слышно. Вот. Я сейчас уже уморилась, практически дотренировалась, закончила свою тренировочку. У меня еще приседания с гантельками, и потом еще поезжу, покручу педали на велосипеде минут 20 или полчаса. Вот, футболка, точнее, маечка. Вот такой вот я сейчас тренируюсь с серенькой маечки. У меня сейчас она уже мокрая на спине, и вот впереди видно, там, где потемней, уже все мокрое. Здесь вообще на самом деле намного больше потеешь, потому что очень жарко. И за счет того, что еще жарко, постоянно потеешь, постоянно пьешь много воды. В общем, вот так вот, вот такие вот дела. И вот так вот, как всегда, мои кроссовки, шорты и маечка. Вот, а потом мы поедем домой, примем душ, заедем в прачечную, нужно забрать кое-какие вещи. Кстати, они потеряли мой носочек. Вот, и теперь в спортзал хорошо, что у меня было несколько пар носочков. Вот, одела беленькие, а серенькие мои. Хотела одеть серенькие под эту футболочку, а они потеряли в прачечной мой носочек. Поеду, спрошу, может быть, найдут. Вот, так что вот так вот, примем душ, сходим домой и потом поедем в греческий ресторан. Сегодня фуршет и поедем туда на ужин. В общем, там у них очень хорошие шашлыки делают. Вот, и также греческий салат, который мы с Ваней обожаем. Вот, так что вот такие вот дела. Так что да, сейчас буду еще тренироваться и let's go. Ну что ж, я уже собралась. И мы сейчас, кстати, я одела свое синенькое платьечко, как всегда, босоножки и вот эту вот сумочку. Кстати, мы сейчас едем на фуршет. Вот, будет у нас обеда-ужин, потому что мы нормально не обедали, мы в обед вообще практически ничего не ели. Вот, я одно манго только перекусила. Так что сейчас поедем, и там будет много-много всего вкусного, шашлыки, салат, так что я вам поснимаю. Сделала легкий макияж, кстати. Вообще чуть-чуть немножко подкрасилась, подвела глазки. Так что вот так вот. Ваня мне ждет на байке уже. Стоит. Вот так, придал. Красиво тут ночью. Ну что ж, приехали мы на фуршет. И вот здесь вот прям готовят. И много-много всего вкусного. Греческая музыка играет. Всем доброе утро, мои хорошие. Я вот только недавно проснулась, хотя сейчас уже день, уже второй час или два часа. Вот, встала где-то в час, начало второго. В общем, я поздно очень просыпаюсь, потому что я не могла долго уснуть. И только в часов пять я уснула. Вот, поэтому долго спала. Так что сейчас у нас будет завтрак-обед. Потому что, скажем так, завтрак мы пропустили, и это уже будет как обед. Вот, и на завтрак я нам с Ваней готовлю омлетик в мультиварке. Вообще, завтракать это обязательно, это один из самых главных приемов пищи. Вот, чтобы чувствовать себя хорошо, и чтобы день начать хорошо, чтобы настроение было, энергия была, и нужно обязательно позавтракать. Вот, можно не поужинать, но позавтракать обязательно, девочки. Не голодать, не пить просто кофе и не ждать потом обеда, ужина, пока покушать. Вот, так, в общем, сейчас мы будем кушать. Я уже здесь нарезала нам помидорки, запарила чай, кофе.
Вот, и сейчас еще жду, пока оно дотушится. Сейчас, наверное, надо закрыть мультиварку, чтобы оно так быстрее побудет. Вот, и, в общем, позавтракаем, потом по планам хотим съездить сегодня на кардио-тренировку в спортзал, потом еще, может быть, куда-нибудь сходим, и буду монтировать видео. Мне нужно два видео смонтировать, влог и домонтировать видео с макияжем, а еще я сняла бьюти-фавориты видео, короче, мне еще 2,5 видео надо смонтировать, поэтому буду заниматься монтажом, блогингом, и... Также еще нужно уборку дома сделать, поубирать, все повымывать, полы помыть, мусор вынести, в общем, всякие такие ежедневные дела, скажем так, кушать тоже приготовить на потом. Вот, так что вот так вот, вот такие вот у меня домашние, повседневные, бытийные дела. Ну что ж, завтрак мой уже готов, и на завтрак у меня сегодня омлет с томатами и луком, также одна помидорка. Ломтик черного хлеба поджаренного с кусочком моцареллы и сверху притрусила совсем чуть-чуть солью. И также мой любимый кофе со сливками и корицей. Вот, так что вот такой вот у меня завтрак и приятного аппетита. Монтирую сейчас видео с макияжем новогодним, так что уже завтра или послезавтра его опубликую на канале. Если интересно, обязательно, конечно же, посмотрите. Решила вам показать вечерний наш Самуи. Возле бассейна все светится на территории, уже фонарики включили. Вокруг фонарики, вот так красиво подсвечиваются кустики. Вот, и также хотела вам показать небо вечернее. Вот сейчас солнце зашло, и смотрите, какие тучи. Там светлые-светлые и темные. На самом деле камера не совсем передает, оно в жизни более светлей и там более темней. Камера немножко, конечно, делает приглушенные цвета и не так передает, но очень красивое небо, такое необычное, редко такое вижу. Такое синее, голубое-голубое и черные прям тучи над горами. Очень красиво. Так, я сейчас собралась на ужин, одела свое платьечко, сделала маникюр, подкрасила ноготки, сделала легкий макияжик, вот такой вот. Вот, распустила волосы, заколола их сзади, так как они у меня достаточно густые, и чтобы мне не мешали, я их закалываю. Вот, так что мы сейчас идем на ужин, и там встретимся с ребятами, в общем, будем гулять с ребятами. Вечерняя у нас такая прогулка, вот, к ресторану и обратно. Так что, вот так вот, сейчас я жду Ваню, сейчас Ваня там, в общем, одевается, и мы сразу же идем. Thank you.
Ну что ж, я уже дома. Мы с ребятами посидели возле бассейна, пообщались. И я, кстати, в Перископе вела прямую трансляцию. Кстати, обязательно подписывайтесь, кто не подписан. Вот, я иногда включаюсь, веду прямые трансляции. Если вам интересно, то задавайте всякие вопросики, и я буду на них отвечать. Вот, а сейчас я буду дальше монтировать видео и хочу посмотреть какой-нибудь предпраздничный, новогодний, рождественский фильм. Кстати, напишите, какой ваш любимый фильм и какую музыку вы слушаете. Я с удовольствием посмотрю и послушаю тоже. Вот, и сейчас выберу какой-то фильм и вам покажу, что же я выбрала. Смотрю сейчас видео девочек на тему «Лучшие рождественские фильмы». Вот, смотрю сейчас Юли Ли и также Слава Beauty Tips. Я на них давно подписана. И вот сейчас смотрю, какие же у них любимые фильмы праздничные. И буду себе также выбирать, что посмотреть. Вот. Ну что ж, выбрала фильм, называется «Интуиция». Так что сейчас буду смотреть как раз перед сном.